22 октября председатель Думы Сургутского района Анатолий Семеняк посетил Белый Яр, чтобы посмотреть, как решаются вопросы жизнеобеспечения поселения. Во встрече также приняли участие глава поселения Елена Никифорова, депутат районной думы Валерий Машковский и председатель контрольно-счетной палаты Светлана Петкова. Участники поездки оценили благоустройство стадиона на улице Горького. На сегодняшний день уже смонтированы сцена и малые архитектурные формы. Выполнение работ на объекте будет продолжаться. Было выделено у нас почти 10 миллионов на благоустройство стадиона. Работы практически уже завершаются. И Белый Яр получит стадион. То место, где молодежь может заниматься спортом и как-то провести время. Будет приятно просто прогуляться вечером, потому что будет новое освещение, дорожки, новые архитектурные формы. Также участники поездки ознакомились с состоянием реконструкции автомобильных дорог для организации автобусного движения по улицам Островского и Кушникова. Ну, мы посмотрели улицу Островского, Кушникова, работы полностью выполнены, выполнены хорошо. У главы нет никаких претензий. Мы даже, я бы сказал, даже проехали, уже целый проспект получился. Это, конечно, радует. Я думаю, это любому поселению приятно, что появляются такие современные улицы с современным освещением. Ну, там осталось, по-моему, светофор на перекрестке установить. А так работы выполнены в полном объеме. Частично движение автобусов уже открыто, но небольшие доработки по реконструкции будут продолжаться. И на улице Кушникова установят 2 остановочных павильона. Наряду с остальными вопросами поселения Белый Яр встал снос балков. По состоянию на октябрь 2019 года Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи передано под снос 56 приспособленных для проживания строений. 56 передали, те, которые под снос департаменту ЖКХ. Значит, они сейчас 29 балков снесли, 10 балков были снесены, значит, самими жильцами, и 27 еще осталось на снос, значит, предстоит снести. До 1 декабря, как нам представители департамента сказали, все балки будут снесены. Анатолий Семеняк планирует продолжить рабочие поездки по поселениям Сургутского района в соответствии с графиком.